Уже у самого подножия. Здесь все цветет. Птицы поют. Придворная ворона. Или ворон. Он какой красавец. И главное, я ему совершенно не мешаю. Да, смотрит. Здесь была следующая птичка. Улетела. А наша дорожка поворачивает вниз. Смотрите, здесь наверху одна дорога, а внизу другая. Ощущение, что мы опять спускаемся с горы, хотя замок на горе. Ну ладно, будем верить нашему ассистенту. Он делает вид, что он тут все знает. Ну ничего страшного, пройдемся пару лишних километров. Было всего 15 минут. Сказал заворачивать. Развернулись на 180 градусов, идем обратно. Здесь такая река из маргариток. Есть цели, я так подозреваю, что нам как-то надо выбраться из этого рва, чтобы подняться на этот мостик, по которому мы сможем зайти в замок. Наверное, была тюрьма. Да, коридор длинный. Вот там в конце коридора виден свет. Это то, что там беленькое светится, это окошечко маленькое. А здесь непонятно что. Это не окно. Нет, это, наверное, просто такой коридор. Ну ладно, мы идем дальше. На мостик. Большими гигантскими шагами заворачиваем. Заворачиваем. И вот мы уже практически. Нет. Ах, да. У цели. Просто я видела, что машина поехала вот туда, за угол. Там, наверное, парковка. Загляну. Да. Вот такая парковка замочная. Мы идем в замок. Крепость. Крепость, конечно. Но в крепости есть замок. Здесь дверь. Вот она и парковка здесь. Еще одни ворота. Сколько ворот было здесь? Уж крепость так крепость. Сюда враг просто так пройти не мог. Какая-то машина хочет мимо нас проехать. Молодежь. Ленивая молодежь не любит ходить ногами. Наша машина осталась где-то в самом низу в городе.